днем рождения. Это стало очень близко. У меня планы на ужин с Кристен. Давай. Я просто хочу отпраздновать с вами. Том? Том? Ты в порядке? Я не знаю. Что? Я тебя люблю. Но у меня есть семья. С днем рождения. Все эти люди здесь для вас. С днем рождения, папа. Иди сюда, давай. Сколько еще нам нужно это делать? Почему вы меня об этом спрашиваете? Эй, как здесь дела? Кажется, что все идет не очень хорошо. Папа, все хорошо. Вы с мамой хотите развестись? Нет, мы с твоей мамой очень любим друг друга. Ладно, просто дыши. Все будет хорошо. Вы разговаривали с сами собой или с вашей любовницей? Я вижу тебя. Я просто жду, когда ты оступишься. Мы просто берем полотенце для сапог. Не трогай это. Ты что-то скрываешь, Томми, или... Где ты был сегодня утром? Я следил за тобой всю ночь, оглядываясь через твое плечо. Привет, приятель. Меня зовут Кевин. Я просто пытаюсь найти свою жену. Я получил доступ к ее учетной записи в Uber, и последнее место, где она была, это здесь. Но ее телефон переключается на голосовую почту. Она просто пытается подставить тебя. Просто остановись и признайся моей дочери, в чем ты действительно расстроен. Я знаю, что позволил ситуации выйти из-под контроля. Я собираюсь это исправить. Ладно.